Чайка была нам доставлена Стрюковым Евгением, который привез со своего участка, это между Чкурдахом и Лениногорском, который находится. Ну, была поймана, уже замерзала, можно сказать. Ну, это птенец бургомистра. Ну, тем не менее, мы поместили его у себя в конторе. Ну, провели всевозможные разные анализы, то есть сделали заявку в ветуправление. Ну и они отобрали пробы крови, и ну, заключение, конечно, было положительное. Чайка оказалась здорова. Ну, 15-го, как правило, мая к нам прилетают первые чайки.